Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем прохождение Джаретта Лабонт Stock Car Racing. Да, я серьезно настроен на победу. Так, ну эту трассу мы проходили. А так, по-моему, погодка, да, сейчас. Сука, на Лексусе. Блять. Недавно на Лексусе подрезали, тут на Лексусе подрезал. Блядь. Походу все пидорасы на Лексусе есть. Ладно, шучу. На BMW. Что-то мне это не задалось в начале движуха. Ну а Линкольн меня догоняет. Это машина Линкольн называется, я помню. Блять, этот поворот, сука, я не могу нормально. Вот это на Лексусе, а это мой кентуха едет. Тоже бортанули, бля. Ну дай мне хотя бы уступить, не бодайся. Так ёб твою медь. Вот они, БМВ-шники. Кто никогда не включает поворотники. А я пятый. Как такое могло произойти? Вот, чуть-чуть хотя бы ему, блядь, фару разбить. Надо чуть-чуть погромче сделать. Я думаю. Окей. Я теперь постоянно буду эту камеру щелкать. Да чувак на Крайслере что-то. Куда ты, блядь? Ну ты видишь, я еду, ебаный. Сука, как он меня так обошел, а? Ты что, блядь, ничего не ударил? Я даже маленькое это... Маленькое повреждение может сказаться на всей физике машины. Сука, так надо. Так кто ж первый, интересно, едет? Блин, еще один круг. Сука, тяжело. Тяжело. Кто не притормаживает это или нет, вопрос. Я вот сейчас только сбросил газ. У них стопори не горят. Сука. No. Они не тормозят, я так понял, они просто сбрасывают газ. Пиздец. Вот так и не увидишь, где тормозить, где нет. Однажды я проеду его четко по асфальту, но просто сам пугаюсь тоже. Меня оторвался. Сейчас опять Toyota будет, да, следующая трасса. Вот, блин. Можно на скорости проходить поворот, блин. Еще почему-то на этом эмуляторе аналоговый этот не работает, и очень неудобно вот этими стрелочками щелкать, и звук этот ужасный в итоге. Этот тупорылый звук. Не знаю, почему аналог не работает. Блин, ну это было реально сложность поставить изи. Это вот
максимальный мой уровень, что я к ним приехал. Масло хавает много, видимо. Дым чёрный. Let's take a look back at the highlights from today's race. Let's take a look at the result. Taking the checkered flag and maximum points was Marlon Miola. Miola, сука. Let's see how the current championship table looks. Ну, я точно уже буду на втором месте. Building a big lead at this stage, Marlon Miola. Сука, я прям Биола. Какой вкусный сок был раньше. Ой, блин, Лагуна Сека. Ненавижу эту трассу, реально. Я сколько в нее играл, Гран Туризмо, Need for Speed. Блин, ненавижу эту трассу. Жесть. Вот тут сейчас я жестко лоханусь. Предлагает мне сохраниться, ну да ладно. Практику можно было пройти, ну да ладно. Ой, еще и ночь. Улица, фонарь, аптека. И 12-й еду, блядь. Да уже б сделали, что меня на второй круг опережали, блядь. Пиздец, бред. Ну, понятно, короче. Тут меня реально ловить не... Чего? Я чуть забор не врезался. Да, жесть качка, короче, здесь полный. Система АБС работает. Пиздец, я последний, бля. Сука, надеюсь, это будет одна всего лишь трасса. Вот предыдущая хоть 6 штук бы проехал, блядь, но только не вот это говно. Нихера ничего не вижу, бля. Хочу подвисать, почему ночью стало подвисать? Ночью подвисает почему-то. Опа, наш! Хуярю, блядь! Сука! Аж диски раскалились, нахуй. Блять, да... Жаль, нельзя закончить. Еще три круга мучиться, блядь, пиздец. И тут понятно, что мне ничего не светит. Абсолютно. А чё кто-то туда повернул, блядь? А чё он туда повернул? Бля, или у меня шиза уже? Пит-стоп вот сюда. О, одного вынесло. А, чувак, конечно, блядь, я за ним хотел повернуть. Ну это прикольно, кстати, прикольно, что NPC тут каждый по-своему играет. Это вообще он нам что-то нервный тик словил, походу. Плохо я здесь привык, он как придурок играет по этим, по зеленым стрелочкам в инфорспиде, по траектории. А здесь уже сам надо. Опа, 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 блядь! А здесь надо самому траекторию себе придумывать, идеально. Так, ну я седьмой, я нифига себе. Ну это то, что всякие эти дурачки повернули. Кто-то один повернул, не туда, и за ним все повернули. Так. Так. Да я обгоню, сука, этот зеленый BMW. То есть я так понял, если это 99-го года игра, да, то есть раньше были такие, да, как сейчас GT1, GT2, GT3. Алло, блядь! Да, блядь! Чуть по крышке не ебался. Так, я шестой. Ну, это самое лучшее место, которое я смогу занять. И то вряд ли я удержу его. Блин, ну вот симуляторы почему-то как-то понапряженнее идут, не знаю. Вот если аркады играл, тест-драйв, бля, вообще на изи. Странно тоже, почему, да, канула в лето вот эта игра. Довольно-таки неплохая, пусть даже там, ну,
просто модификации были вот эти тока или тоца. Блин, ну шестое место. Сколько за шестое? 2 очка, да, по-моему? Ну да, сука! А, тут еще помните, КД активируется, если ты берешь первое место в каждом турнире, какой-то код. И он дает преимущество. Один, помню, там нитро был. Но он не действует, правда, в этом. В турнирах только там в свободном заезде. Ну, прикольно было, помню. А еще кто-нибудь приходил поиграть? Ну ты как бы надрочишься в эту игру, да, и на двоих ставишь, блин, и так тяжко было чуваку играть, а ты там уже на второй, на третий круг его делаешь. И он такой психует, типа, блядь, как это можно играть? И я вот сейчас прекрасно понимаю этого чувачка, который первый раз играет. Что я не знаю, тут какими навыками нужно обладать, помимо... про геймера, тут еще надо настраивать автомобиль под каждую трассу. Здесь такое есть. Там максимальная скорость, подвеска, вот это вот все. Ну, салон, кстати, не знаю, по-моему, везде разный, по идее, должен быть. Ну, тоже прикольно, блин, то, что задрачивают. Let's take a look at the action from the race one more time. Да, плохие времена. Я сейчас на шестом месте приехал. Let's see where everyone finished. А, даже одно очко. The winner for the second time in this series. Let's take a look at the driver's championship. In the lead at this stage, Marlon Miola. Сука, ебана Биола. Такой вкусный сок был. С похмелуги апельсиновый, блин. О, Ванкувер. О, мы ночью, да, ездили? Короче, 4 пор. Ну, блин, это прародитель Need for Speed Shift. Ну, тут мы должны первое место взять. Ну, на 9-м. Хоть раз бы первый старт. Как тяжело их не ебать. Как профессиональные гонщики ездят. Блять, сразу бы всех разъебываю свою машину в первую очередь. Блять, а кто первый, да? Первого надо заебашить, конечно. Биола, Миола. У меня такой отрыв, у меня это, по-моему, да, последний. Да, это последний. Раз. Фиолетовая машинка сейчас как называется. Или тут мы выбирали героя, да, этот Лобот, блядь. И Джаред, да ёб твою мать. И тачки, кстати, у них совсем разные. Он в этот поехал? Как вот, сука. Пит-стоп? Да, не пит-стоп, а пит-стоп надо заезжать. Ёб твою мать. Я что-то даже не обратил внимания. Ёбану. Тут 6 кругов и пит-стоп надо заезжать, обязаловка. А я думал, они типа, ну, там, типа, въебались и решили починить тачку на халяву. Писи, за мне тоже было на первом круге сразу. Ну ладно, мы сейчас заедем. Я сейчас тупить, правда, буду там, чего, кого. Либо на последнем уже заезжать. Мне надо хорошенько, наверное, разъебать его, то я сейчас заеду и до шестого круга она не доживет. Не буду заезжать. Максимально долго постараюсь, блядь.
Почему последний? Блядь. Мне кажется, подвисает вот эти игры. Кстати, вот FedEx реально из... Блядь. Ну я же говорю, сейчас пиздец, машина не доживет до шестого круга, блядь. Засмотрелся, блядь, на эту ебучую компанию. Достал быстро. Последняя трасса, можно разъебать машину на прощание. Но если там было что-то написано, лучше надо заехать. Там. Так, а чё? Да давай вот эти. Зачем нам шиповка, блядь? Сука, наверное, мое вообще последнее место, блядь. Давайте нахуй быстрее. 6 секунд, блядь. 7. Погнали, погнали, погнали. Может, он задавит, пошли. Блин, тоже, да, круто? Это круто. Сам меня обогнал. А вот этот хуй мой. Мой враг номер один. А чё они у меня? Пиздец, душку. Не в чусь, я все равно на первом месте. Я-то думал, сейчас там будет в хвосте. Ну, не в хвосте, а в середине. Блять. Сука, вот этого... Ладно, мне злости не хватает. Он-то заезжал, он на первом круге заехал. Блять, как его заебить? Я предлагаю его сейчас. О, все. Чуть-чуть мы его тормознули. Вот на зеленой херне, блядь. Ну, блядь, офигеть. Вот опять мой начинает хуёвничать. На Скаре, по-моему, даже можно было переключаться, но не скажу на первый PlayStation. На второй точно можно было переключаться между своей командой. Я же захотел на Скар поиграть. Ну, тоже эти заезжаешь в пит-стоп, я точно помню. Ну, трассы, правда, все просто по кругу гоняешь. Не какие-то есть так, типа таких трасс. Блин, я же хочу NASCAR. Ну, это круче намного игра, чем NASCAR. Сейчас я с ним запарю первым приеду. Вот тоже, да, есть трассы, которые вообще нереально даже там в тройку лидеров попасть. А вот это, допустим, что-то прям... изи какая-то. Хотя я помню, когда играл, еще малой, я тупо по всем стенкам ездил. Реально, даже газ не сбрасывал. Ну, сейчас тяжело играть, потому что с телефона, блин. Играл бы я с ноута и этот работал бы. Аналоговый джойстик. Было бы намного удобнее. Вот по этим кнопкам клацать. Давай, последний круг, не подъеби. Блядь, сука, он слышит меня. Куда ты, сука? Блядь, вот... Дай мне первое место взять, сука, ты... В тот раз первый приехал на дом.
где-то первое место взял. Let's take a look back at the highlights from today's race. Блин, даже видосик посмотрел. О, на. Короче, это когда отдельно тачки буду, если проходить. Видосик снимаю. Что-то реально. Let's take a look at the result. Да, целых 10 баллов. И что мы по итогу на третьем месте? Let's take a look at the driver's championship. Это небольшой разрыв, да? 34-33. О, даже еще... Грунтсоме. Запомнить, сейчас скрин сделал. На всякий, пожалуй. Окей. О, какой-то чего открыли. Peugeot 306. Окей. Так, бронза, третье место. Следующее, что там у нас будет? Ой, это что такое-то? Нет, мне еще рано такие эти. Это, так понял, уже типа... Медитрейн. Средиземноморье. Англия, Япония, Австралия, Германия. Я думаю, наверное. Наверное, Австралию попробую. Вам всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр данной игры. Увидимся с вами в следующем выпуске. С вами был боец-истребитель ветряных мельниц.